Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэп, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня Шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Будет горячо. Компания «Не так кнопка» представляет «Суетной депозит» или «Как Ракутагин нагибал CMP». Суета-сует. Да, все депозит. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность. Новый UMP. Самая суетная, пожалуй, карта Warface в режиме «Захват-депозит». И есть у меня для вас, конечно же, офигенский анекдот. Анекдот такой. Умирает старый еврей и спрашивает. «Сарочка, жена моя, ты здесь?» «Да, дорогой». «Дети мои, вы здесь?» «Да». «Внуки мои, вы здесь?» «Да, дедушка, мы с тобой». «Тогда какого хрена на кухне горит свет?» «Да, так оно и было». «О, нифига себе, колесико как работает, прям ностальгия». «О, нифига себе, да, 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 противники такие опасные. Сразу нам перекрывают зрение, всю видимость, молодцы, молодцы. Но мы тоже опасные». «О, Годнателло, так, нормально». «Смотрю, на этой карте ты вообще рашить не собираешь». «Не, Кэп, эта карта такая, за угол зашел, считай, умер, все. Ну, у меня такая практика, может, у вас другая, но я, как бы, нет, не рискну. Я буду ходить, может, и рашить это буду, но аккуратно, максимально, вот, когда я знаю, что почти наверняка скорее да, нежели нет, тогда да, а так нет, ну, вы поняли, да». «Представляешь, как здесь можно медикам разносить?» «Вот в том-то и дело, Кэп, поэтому я и не собираюсь здесь ничего особо рашить, потому что за углами сидят медики, они сидят и ждут, ждут инженера с его UMP-хой, так, опаньки, тихо, ждут, когда он придет к ним, и все, и там дело ваншота, так». «Да блин, что-то наши это, да, посыпались. Ладно, ничего, я думаю, справимся сейчас. Тут на втором этаже, вот тут наверху есть. Сука, да где все? Во-во-во-во!» «Headshot, baby! You got owned!» «Да!» «С почином, Рачина!» «Благодарю, Нарина! Красава!» «Так!» «Есть!» «Что-то меня аж на ностальгию пробило». Да. «Элис любил эту карту». «Элис, ну не знаю, любил, нет, но у него хватало видео на этой карте, и как всегда, они были очень интересные. В свое время, правда, его видосы были неповторимыми, они были прям обалденными. Он вообще, как бы, это талант на самом деле. Многие говорят, там, типа, крысил, не крысил. Но попробуйте так же покрысить и с таким же результатом. Я уверен, у вас не получится, у большинства. Честно говоря, у меня так редко получается. Хотя я прям много-много попыток предпринимаю. И получается, как бы, да, не так уж и круто часто. «Так я не понял, ты что задумал?» «Это будет ловля на живца, дружище». «Маскировка отключена». «Запуска взят». «Обнаружено новое оборудование». «Противник ликвидирован». «Мобильность». «Засада». «Headshot». «Опасность». «Headshot». «Мы победили». «Задание выполнено». «Торпеду в рот! Вот это поворот!» «Торпеду в сраку!
Рачки в атаку. Да, друзья, именно так. Умеем, могем, практикуем. Иногда получается, я же говорю, если много попыток предпринимать, то где-то ты сможешь красиво сыграть, собственно говоря. Ни хрена этот дым. Это дым для того, чтобы Кэп нас не убивали в окошко. Там окошко есть в двери. Ну, в общем, стеклянная часть двери. И оттуда могут стоящих здесь ребятишек убивать, в том числе меня. А я не хочу, чтобы меня убивали, поэтому я решил задымить. Хедшот, детка. Поспи, моя конфетка. Не понял? Так, похоже, в процессе маслочизации произошел бумеранг. Не каркай, все нормально. Это маленькая оплошность. Так. Ага. Вот так, деточка, да. Блин, наших нормально так положили. Но, по-моему, все-таки мы сейчас сможем отбить эту атаку. Да, противники в атаке, кстати, оказались прям заметно сильнее, нежели в защите. Ладно. Нас это не пугает. Мы же с вами красавцы. Правильно, мы красавцы. Сейчас мы всю ситуацию разрулим. Эй, да откуда, сука? Не понял, а что, где это? Соберись, ты же опытная мышь. Я тебе сейчас дам, мышь. По щам получишь, заткнись. Все я правильно делаю, по ситуации. Просто маленькие, скажем так, случайности происходят. Нагиб случается, как говорится, ничего страшного. Выстоим, выдержим. Умеем, могем, практикуем. Не первый год в деле. Собственно говоря, 8 лет уже почти в деле. Так, тихо. Ага. Давай, вот сюда сейчас пойдем. Ебсяно копытом! Я думаю, просто в этом бою ты свой ресурс уже израсходовал. Слышишь, умник хренов, я, сука, сейчас тебя израсходую, будешь умничать. Полностью. Бесишь, Кэп. Заткнись хоть ненадолго. Или говори что-то нормальное. Фигня, всего один раунд взять и все. Хе, и мы на коне. Ух ты, блин, или нет. Так, ладно. Спокуха, братуха, ракуха, так. Нет, никого. Непонятно, а где они засели? Какого хрена вообще происходит? Вот так, детка. Ах ты. Да ну, блин. Поскольку ты тут прохлаждаешься, расскажи-ка нам, стоит ли ЮМПиху крутить? ЮМПиха, кстати, хороша, но она вот плюс-минус АМБ. Они примерно равнозначны. Что из них лучше, что хуже, не знаю. Ну, наверное, ЮМПиха может чуть-чуть получше, чем АМБ-ха в целом. Она как-то покучнее бьет. А так то же самое. То есть это не имба типа Ктара там какого-нибудь, нет. Но именно как стелс-оружие, да, ну, получше будет, чем почти все, наверное. Хедшот, детка, вот так вот. Последнее слово за мной. Отлично. Ну что ж, да. Красава, ебуки. Благодарю. Действительно, неплохо и весьма тактично отыграл. Да, и хорошенечко понагибал. Что имеем, друзья? Имеем мы 14 фрагов, 8 хэдшотов, где ЮАС ОУН 3,5 сыграли. Меткость, ну, вполне такую годную показали. Вот так вот, с ЮМПихой на суетном депозите понагибали. Мне понравилось. И, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, ставьте лайки. По желанию. Как хотите. Это на ваше усмотрение. Яки чешите, вот это обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Не забудьте выключить свет на кухне. Увидимся. Пока.